Всем приветик! Сегодня я бы хотела показать вам свой аутфит, свой наряд дня. Я сейчас собираюсь сходить в банк по делам, поэтому я оделась сегодня по-классически. На мне вот такие вот брючки-клёш синего цвета. Брюки-клёш сейчас очень актуальны. К ним я подобрала вот такую блузочку белую. Обожаю белые блузки. Они любой наряд делают таким как бы торжественным, что ли, я не знаю. Какой-то шик придают наряду. Рукавчик у меня короткий, так как у нас прохладно, я накинула сверху вот такой пиджачок. Он из льна. Хотя он и легкий, он согревает. Из бижутерии вот у меня такие сережки, это серебряные сережки, я очень люблю серебро. Также в комплекте вот у меня такое вот колечко с сережками идет, я их всегда одеваю вместе. Такие часики, ну и браслетик. Так, обувь у меня вот такие босоножки, они очень удобные на таком высоком каблучке. Он хоть и высокий, но на них очень удобно ходить. Я очень люблю эти туфельки, они у меня уже, как бы не соврать, с 13-го года я их в Ране покупала. И очень-очень удобные. Вот. Девочки, мне очень интересно ваше мнение, как вам мой аутфит. Девочки, мне очень интересно ваше мнение, как вам мой наряд дня, что бы вы поменяли, все ли вам нравится, как сочетание цветов. Обязательно пишите в комментариях. Ну а я побежала по своим делам. Желаю вам удачного дня, всего доброго, пока-пока.